Итак, мы с вами перешли на главную страницу сайта. Далее обращаем внимание на наши три вот этих вот кнопки. Первая кнопка «Моя страница». Нажав на эту кнопку, вы перейдете на страницу с открытыми для вас курсами. На ней вы можете выбрать тот курс, по которому вы начинаете или продолжаете обучение. Вторая кнопка – это календарь. Мы сейчас не будем на ней останавливаться, разберем чуть позже. И третья кнопка, нажав на которую, вы перейдете на страницу со всеми онлайн-курсами, размещенными на консорциуме ЕАА «Богословие онлайн». Так, для того, чтобы нам войти в наш курс, давайте нажмем «Моя страница». Выбираем здесь наш курс, в который мы хотим войти. Естественно, у вас будет либо один, либо несколько. Выбираем тот, который нам необходим. В данном случае JS-101. Вот мы теперь на главной странице нашего курса.